Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Так, начнем с ивента. Как всегда, по традиции, не будем ничего менять. Хотелось бы посмотреть, что у нас тут в ивенте. Ага, космические зомби. И цитрон дают. Ну что ж, цитрон неплохо, ребят, но... Есть... Ё-моё... Вот так вот вы сразу? Да ну хорош. Я же ничего не успею сделать. Хотя, подожди, почему не успею? Вот так есть только. Отключим их. Блин, вот сюда вот нам надо с тобой кого-то поставить срочно цитрон. Да господи. Ай-яй-яй, мелкий халабуда идет. Друзья мои, мелкий хал... Подожди-ка, а если я вот так вот сделаю? Гипногрипп, когда созреет. Точнее, грипп. Почему это грипп, ребят? Это не грипп у нас, это... Гипнокап... Пусто. Именно. Так, слушай, если я вот так вот сделаю. Ага, вальнули. Так, а это у нас толкатель идет. Мы таких помним с тобой. Мы таких с тобой помним. Тихо, а если я сделаю, знаешь что? А если я сделаю... Что я тут могу сделать? Хорош, парень. Остыл-ка маленько лучше. Слушай, а вот тут-то что такое? Ну-ка, сделаем вот так. Борюсь, ребят, до последнего. Ну, тяжело, тяжело здесь, я ничего не скажу. Ой-о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 й, этих надо врубать. Да кого ж ты там, блин? Ну, нифига не дают. Держимся до последнего. Давай вот так вот выпустим здесь. А как еще быть, я не знаю. Ну что тут можно сказать? Активируем. Активируем с тобой. Этих мы сбили. Ну типа. Так, наверху, да? Я смотрю, идет еще. Громозеки. Подожди, почему не сработал-то? Отдохните чуть-чуть. Отдохните чуть-чуть, как будто... Вот, видишь, защиту еще ставят. Так. Надо еще вырубать, ребята, их. Пока они тут в отключке, мы можем с тобой... Все, теперь пора активировать. Вырубаем, ребят. Ну? Сработало вроде бы как, да? А этот-то как выжил? Скажи-ка мне на милость. Ну-ка. Все, друзья, победа за нами. Слушай, ну сложновато было на самом деле. Что у нас тут? Ну, вот, вот это хорошо. 1000 монет. Ну что, я, наверное, ребят, все-таки еще раз переиграем. Только ради наград мы это все с тобой делаем. Ну что, давай повторим. Куда бы тебя поставить? Сейчас посмотрим, где зомби первые появятся. Туда и поставим с тобой. Ага. Тихо. Блин, успеем, интересно, пробить, а? Но если, в принципе, вот так вот отключить это все дело, да? То успеем. Сюда поставим гипнокапусту. Мне хочется назвать ее гипногриб. Привык я к нему, к этому гипногрибу. Сломал. Молодец, тут тоже сломал. А этих малышей? Давай, созревай. Пух. Молодец, красавчик. Так, этих сломали. Куда ставить-то, я даже не знаю. Ну, давай сюда поставим. Ага. Правильно, так его. Пускай идет в обратную сторону, толкает. Пришел тут под халим, понимаешь ли. С этим-то будем что-нибудь делать-то, ребят? Так, вот этих надо вырубить. Молодец. Гипнокапуста сделала правильное дело. Сюда мы с тобой еще поставим одну, да? Так, по-моему, пора вот это активировать нам. Здесь вырубать. Ой-ой-ой-ой-ой, съедает. Да куда ж ты? Блин, ты прикинь, всех этих моих капусточек пожрали. Блин, неужели надо активировать, а?
А может быть, не надо? Да нет, по-моему, надо. По-моему, надо, ребята. Да почему вот этот-то не срабатывает? Я не пойму, блин. Гаденыш, а. Смотри, что творят. Ну что ты? Активируем. Давай, 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 все это сносим. А еще волна, да? Сжигатель фигов. Давай отключаем их тут всех. Вот так вот. И активируем. Сработало? Сработало. Еще бы оно не сработало. Блин, но все равно, ребята, было напряженно. Так, что у нас тут? Ядовитый грибок, сталия и 1000 монет. Ну что, мы с тобой с ивентом закончили. Давай смотреть, есть ли у нас что-нибудь интересное и новое. Например, какой-нибудь ивентовый квест или еще что-нибудь. Так, заглянем сюда. Так, забираем с тобой гемы. Здесь у нас есть. Есть, ребята, у нас с вами задание. Это у нас на жевательную. На жевательное растение, на которое пузыри пускает и склеивает зомби. Ну, по крайней мере, так написано. Гамнат. Гамнат. Так, а что еще у нас? Давай, во-первых, с тобой откроем пиньяту. Бесплатную, которая нам дается здесь. Ну-ка. Так, клевер выпадает мне и... И фигня. Не очень я люблю, конечно, это растение. Ну что, друзья мои, давайте тогда будем проходить этот эпический квест. Надеюсь, нас ждут хорошие награды за прохождение. Так, первый уровень. Так, Пенни нам что-то там объясняет. В принципе, зомби пока довольно простенькие. Ну, которых показали. Единственное, что там есть зомби на бизонах. На механических. Вот это, да, вот это вот вредители. Так, давай сюда, наверное, с тобой поставим бумеранги. Сюда. Так, посмотрим. Вот так еще сделаем. Давай, давай, прям по спине им. Наяривай. Опачки, а вот это плохо. А вот это, друзья мои, плохо. Факелы идут. Минус. Слушай, а вот это вот... Вот они, ребята, эти бизоны. Как это все будет сейчас работать? Посмотрим. Так, они встряли. Причем все конкретно. Ничего не могу понять, что тут суета. Суматоха такая. Давай, бумеранги, наяриваем. Слушай, а что если я сделаю вот так вот? Бульк. Так, превосходненько. Сюда ставим. И вот так вот сделаем. Ну куда ты скачешь? Куда ты скачешь, я тебя спрашиваю? Блин, сейчас, по-моему, ребят, сработает, да? Газонокосилка. Ай-яй-яй-яй-яй, сработает, он ее тронет. Хотя, подожди, ничего он не тронет. Вот так вот. Ну, делаем выводы. Делаем выводы что? Какие? Что если этот мелкий ханурик перепрыгивает через всех, через все мои растения, да? А он как раз вон там идет. Блин. Может быть, сюда куда-то влепить? Ну, что ты там дрынкаешь? Давай ему по спине. Все, доигрался. Слушай, ну в принципе, ребята, мы прошли с вами уровень. Погоди секунду, еще не все. Раньше времени я тут радуюсь. Ну хотя этих мы с тобой забомбим. Бизоны механически идут одни. На них не сидят эти малыши фиговые, так что мы их забомбашим. Все. А, подожди-ка, вот этот-то еще тут стоит. Ну-ка. Давай, бумеранг.
Это же надо придумать, да? Механических буйволов. Откуда они у зомби? Я не знаю, ребят. А, в принципе, зомбот же, он же любит придумывать всякую ерунду. Вот и, наверное, и соварганил по-быренькому. На скорую руку. Так, ну что? Первый этап мы с тобой прошли. Переходим плавно на второй. И что нас тут поджидает? Сегодня, кстати, будем покупать новое, ребята, растение. Опачки, здесь бегуны. Да-да-да, спортивные зомби. Чтобы быть точным. Стой, 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 не надо так делать. Опа. Нежданчик, да, парень? Естественно, нежданчик. Слушай, я вот не помню, мы с... А, вот так вот сделаем. Нахлобучиваем. Вот они, бегут. Успели, нет? Не вижу, успели. А он все равно жрет, а, он жрет жвачку, которую под ним. Слушай, давай вот так, наверное, с тобой сделаем. Слушай, а вот фортепиано, по-моему, мы с тобой не можем. Шипы, по-моему, он давит. Я не помню, если честно. Что-то подзапамятовал. Будем честны. Упс. Ага, вляпались. Постойте чуть-чуть. Блин, очень много здесь этих. Бочек идет на нас. Очень много. Так, жвачка, надеюсь, выручит меня. Надеюсь на это. Так, шипы сюда поставим. И... Да может хорош уже, а? Сколько вас тут? Спортсмены фиговые. Может мне вот так вот сделать? Всех их. Хоба. А теперь просто разбирать. Да и все. Они пускай пока в этой жвачке будут втиснуты, да? Так, хорошо. Ну что я тебе скажу. Победа тут явно за нами. Забираем росточек. Мне бы кого-нибудь сюда. Да блин. Слушай, а вот то, что он стоит в этой жвачке, он урон, интересно, получает или нет? По-моему, нет. Вот сейчас он получает, но он от шипов получает урон. Давай, короче, сделаем вот так, чтобы долго нам не ждать. Вот и все. Ну что, второй этап тоже пройден. И нас впереди ожидает еще 3 уровня. Так что погнали. Тут у нас будет одна пиньята. А вот что в пиньяте, мы посмотрим. Так, защитите цветочки вот эти. Гаргантюа. Ну, в принципе, этот гаргантюа для нас ерунда. Этот баблгам его быстренько, да? Приструнит. О, даже вот так у нас. Слушай, ну это круто. Правда, я немножко не там поставил его. Вот. Сделаем сюда и вот сюда. Давай, бублигумы. Работаем. Я еще сюда поставлю вот этот грибок. Опачки. Оба встряли, да? А как вы думали? Что вам все будет хорошо? И все сойдет с рук? Нет, ребята. Ничего им с рук не сойдет. Вот идут кучненько, так же кучненько здесь и отдупляться. Давай сюда грибок, наверное, поставим свой. Чпок. Единственное, конечно, что он сразу лопается. Ну, исчезает. То есть он как бы одноразовый получается. Но, тем не менее, это дает какое-то преимущество. То есть зомби в жвачке ничего сделать не смогут, а мы их потихонечку с тобой разбираем. И это круто. А вот и гаргантюа, собственно, персона, ребята, идет. Ну, вот сейчас было зря сделано. Не на это я рассчитывал. Вот, давай, вставай быстрее. Ну, надувайся. Да-да-да-да-да-да-да. Все, парень, поздно уже тут махать. Стой в жвачке.
А чему я радуюсь? Тут смотри, еще сколько волн-то будет. Ёлки ты палки. Радуюсь тут стою. Непонятно чему. Слушай, а че он этого чувачка своего не сбрасывает, а? С горба. Он, по идее, должен его сбросить. Непонятно пока. Так, следующая волна идет. Так, ребят, ну здесь, наверное, нам придется уже воспользоваться вот таким вот способом. Слушай, ну долго они там приклеенные стоят. Смотри. Ничего не может сделать. Отбивается, но бесполезно. Все, он отдуплился. Так, это у нас только вторая волна, да? Еще будет третья. Давай, жвачка, выходи. А что это вообще за растение такое, а, ребята? Мне вот интересно знать. Хорош. А если вот так сделаю? И вот так. И вот так. Все тут заставил этими жвачками. Что они тут смогут сделать? Да ничего. Просто я всех приклеил. Ага. Ага. Мелкий хлыщ все-таки прыгнул сюда к нам. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Ты куда пошел-то? Так, что мы с тобой можем сделать? Да вот так вот я сделаю. Вот и все, думать тут еще. И сделаем вот так. Так, минус Гаргантюа. И, я так понимаю, это последний у нас стоит. Давай его тоже поджарим. Не вышло. Ну, сейчас мы его так разбомбим. Сожгем нашими дракончиками. Вот и все. Так, ну что, третий этап у нас тоже с тобой пройден. Опачки, 7000 монет, ровненько. Переходим на четвертый. Что здесь нас будет поджидать? Давай, покажите мне, пожалуйста. Ну давай, давай, хорош тут уже. Ёлки-палки. А зачем так много надгробий-то здесь? Угу. Лазербин. Ну допустим. Допустим. Что они хотят этим сказать? Я надеюсь, с этих могил никто вставать не будет. Не хотелось бы, если честно. Так, приклеились. Опачки. Так, ползут. Друзья мои, ползут охламоны. Ну, на самом деле я не такого хотел эффекта. Не такого. Ёлки ты палки. Да ну. Вот так вот прямо. Вот в чем прикол у Лазербина, ребята? В том, что он простреливает все. Тихо. Бомби. Достал, он тут уже стоит. Что он себе вообще позволяет? Угу. Гамнат. А что, у нас летающие появились, что ли, или что? Зачем мне клевер дали? Вижу, вижу. Так, секунду. По-моему, сработало. Так, ну-ка. Активируем. Сюда призрака бросаем. Сюда бросим. Так, удобрячечка нам досталась. В принципе, я думаю, мы пройдем. Да-да-да-да-да. Два последних таких побитых ползут. Один другого хлеще. Ну вот и все. Остается пройти нам с тобой последний этап. И все будет хорошо.
Даже ни одной газонокосилки не потратили. Так, ну что, смотрим, что у нас тут на последнем уровне. Показывайте мне, пожалуйста, весь список зомбарей. Ёлки-палки. Водяной плюс палач. Неплохо. А орех-то мне нафига здесь? Ну серьезно, что ли? Зачем орех-то мне здесь нужен? Никак не могу понять. Какой толк от него здесь? Просто сдерживать вот этих мелких зомбарей? Потому что против крупных он вообще не алё. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Забурлила жизнь зомбячья. Это водяные ребята пришли в гости. На огонек, так сказать. Ну что, естественно, мы их вот так вот всех в жвачку залепляем. Так-так-так-так-так, подожди. Что-то пойдет не так, по-моему. Что-то пошло не так. Да ну хорош, завязывай давай уже, иди отсюда. Так, минус. Этот у нас в жвачке, да? Вляпался. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотя, подожди, хорьки, хорьки это ерунда. У нас есть электричество. Хорьки не пробегут, не должны пробежать. Ой, ой, что тут у нас происходит, ты посмотри. А у меня еще электрические прокачаны маленечко, так что все у нас путем. Опа, вишня. Бабах. Вот это плохо, когда мелкого сюда кидает. К нам. Мне это не нравится. Так, это у нас палач идет. Собственно, персоной. В жвачку его. Вот так вот. Так, ну что, бабахнем, наверное, здесь с тобой, да? Вот так. Слушай, здесь можно, наверное, и вот так сделать. Я даже больше скажу. Вот так сделать можно. Ух. Круто. Смотри. Ха, одни скелетики. Ну что, добиваем, наверное, тут. Бах. И последний зомби там идет из последних сил. Слушай, ну это круто. Я думал, последний будет у нас уровень сложный, а тут оказался каким-то вообще легким. Или у меня электрические камыши очень хорошо прокачаны. Так, ну что, забираем с тобой награду. Пиньету. А в этой пиньете что у нас находится? Давай посмотрим. Так, горохострел. 10 штук. 10 семян. Так, ледяной дракон. Окей. Так, Найтшейд. Гипногрипп. Понятно. Это у нас спорогрипп. И все. Ну, могли бы чего-нибудь побольше засунуть, да? Покруче. Так, интересно, у нас с тобой не появились новые мяты? Скорее всего, нет. Хотя кто-то из подписчиков писал, что то ли на следующей неделе, то ли на этой должны быть новые мяты. И он мне еще сказал, не трать конфеты. Я как бы и не тратил, если честно. Держу, давай зайдем на огород, посмотрим, что у нас тут. Опачки. Финансики. Забираем. Так, арбуз. Орех. Так, магнит. Картофельная мина. Так, шипы. И примитивный подсолнух. Так, зайдем с тобой в магазин и глянем все-таки, что у нас тут есть. Ну, ради него тратить 2000 голды как-то не хочется на самом деле. Я уже говорил, что это растение мне не особо нравится. Так, здесь можно приобретать по 10. Ага, и вот этого можно тоже приобретать. Но меня это не интересует. Здесь у нас пусто, тихо. Так, ну что, друзья мои, давайте с тобой приобретем кого-нибудь из растений. И все в один голос кричали: покупай имитатор. Ну что, ребята, я покупаю его. Вот он, друзья мои.
Надеюсь, он действительно полезен. Ну, большинство, по крайней мере, из вас про него именно говорило. Приобретай имитатор, будешь делать дубли. Посмотрим. Так, ну что, мы с тобой переходим. А куда нам перейти? Ну, давай зайдем в Penny Pursuit. Посмотрим, есть ли у нас там задание. Так, вот она, Пенни. Смотрим. Да, друзья мои, у нас обновились задания. Так, что за награды? Опять же этот Жвачкин, да? Четвертого уровня. А давай рискнем с тобой. Почему бы и нет? Давай попробуем. Вдруг мы с тобой пройдем. Получим 5 семян на жвачку. Ну все, 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 хорош. Что у нас там? За 180 секунд что я должен сделать? Что-то насобирать, непонятно чего. Вот это я возьму, наверное. Йо! А может быть, ребят, я погорячился, а? Трындец. Ты посмотри, что против меня сейчас пойдет. Предположим, я возьму вот это. Я не знаю, что-то. Тут еще и этот с курицами. Ё-моё. Так, ну тут по-любому тогда придется брать электрического, да? Зря я, наверное, такую затею сделал. Возьмем с тобой имитатор заодно. Подожди, а почему? А, вот ты как делаешь, да? Так, подожди, тогда мы с тобой... Да погоди ты. Вот, вот так мы с тобой сделаем. Слушай, а неплохо, он делает дубль, тоже растение, ну, под ультой. Если оно под удобрением, он делает под удобрением, да? Это на самом деле круто. Так, давай с тобой гипногриб. Гипногриб, гипнокапуста. Называй своими именами, Рэй, не надо вот путать здесь ничего. Здесь вот эти вот охламоны. Они будут своих осьминогов бросать, да? Плюс этот со своими курицами, поэтому без электрического здесь тоже делать нам нечего. Где у нас? Вот он. Ну что, друзья мои, первая пробная, как говорится, заходка у нас. Что тут сделать? Ну тут только мины могу попробовать выставить. Вот так вот. Плюс рис. А, я же совсем забыл же, у нас же тут... Ё-моё, уже поздно. Ладно, let's rock. Давай смотреть, как здесь вообще все это дело пойдет у нас. Одно удобрение у нас есть. Идут. Идут архаровцы. Ага. Давай вот так вот сделаем. Жжж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 
Но это пока еще сосунки идут. Пока. Сейчас пойдут более мощные, да, у нас? Ребятулечки, нате вам минки. Что-то там катится, я слышу уже шумиху. Ага, пушки. Пушки прибыли, господа. Блин, нам нужно с тобой горохострелов электрических побольше поставить. Я думаю, понятно для чего, да? Потому что если сейчас пойдут эти курятники, они пойдут рано или поздно. Вон они уже идут. Уже курицы несутся на нас, сломя голову. Да блин, вы дадите мне энергии-то? Ну, и стоит главное. Выжидает, непонятно чего выжидает там. У моря погоды. Давай, 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 дубли делай. Что, погнали. Похоже, я тут не дождусь, да? Ничего полезного для себя. И не сказать, что сложно-то, в принципе, ребят. Я бы даже сказал, вообще не сложно. Так. Мина, 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 созревай быстрее.
Давай, так, куда, зачем я послал? Он же и так под удобряшкой был. Так, этого надо отсюда убрать. Достал уже. Ну и что? Вот так вот сделаем. Надо этого мага взорвать. А он взорваться не хочет, понимаешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да кто там вот это все... Это... Кто это все сделал? Объясни-ка мне на милость. Мои горохострелы электрические просто стояли чисто и тупили. Потому что они были превращены во что? Правильно. В овец. А я, по-моему, не собрал, да, нужное количество? В этом заключалась суть. Ну-ка посмотрим. Нет, ребята, я выиграл здесь. И значит, 5 семян на этого жевательного дурачка я получил. Жевательного дурачка. Я не знаю, как он. Будем называть его Жовка. Мистер Жовка. Так, что у нас тут? Я что-то могу кого-то улучшить, получается, да? Ну, давай посмотрим, кто же у нас тут готов. Ну, я вижу водоросль. Водоросль. И все? А, смотри-ка, мы с тобой можем его улучшить. Так, видимо, мне не хватало всего лишь... сколько там? 5 семян, да, для того, чтобы его прокачать до 2 уровня. Ну что же, это круто. Был 1-го, стал 2-го. Ну что, а мы с тобой продолжаем играть в Penny Pursuit. Ну, тут я, ребята, возьму лучше монетки. Потому что гемы гемами, а голда все-таки важнее. Ну, для меня, по крайней мере. Ну что, елки-палки, что это за выкрутасы такие? Ну что, какой возьмем бонус? Давай, наверное, вот этот вот. Погнали. То есть я должен защитить вот эту вот грушу. Эту грушу, да, получается. Так, тут с ноутбуками. Они же бросаются, по-моему, да, своими ноутбуками, насколько я помню. Я все-таки хочу посмотреть, что делает чеснок. Так, здесь у нас... Ага, зомбариха на роликах, которую делает защиту. Так, возьму рис. Возьму, наверное, сумрачную катапульту. Потом, наверное, возьму вот этот уменьшатор. Опа! Ничего себе. Обычно такого не дают. А тут, смотри-ка, подкинули мне его. И это хорошо. Ну и давай возьмем вот эту вот мину. Под ультой. Я готов. Я готов, друзья мои, выступать. Так, что мы с тобой сделаем? У нас 2700 энергии солнечной. Если я вот так вот, например, пока буду заставлять все. Сумрачные здесь. Плюс рис. Плюс электрический горохострел. Наверное, вот так еще надо сделать. Так, допустим, погнали. Я не хочу сейчас все просто тратить. Воу-воу-воу-воу, бегут, бегут, смотри. Бегут охламоны. Че, хотите сказать, что будет трэш полный, что ли? По-моему, так и будет, ребят. Так, гарлик, что ты делаешь? Дай посмотрю хотя бы. Все, я понял. Я тебя прекрасно понял, что ты делаешь. Вот эти вот мне не нравятся. Со своими ноутбуками тут. Давай там в мелких превращать их в бесят, в этих бестолковых. Ну-ну-ну-ну-ну. Ух. Забористо как, а? Ты посмотри. Удобряшки-то прям в руки к нам летят. А что, энергии не будет больше? Все, да? То есть, я понял. Не-не-не-не-не-не-не, не надо. Ну что, применяем? Применяем, конечно. Ай. Ну, басы.
Получите свое. Да, друзья мои, мы прошли по ходу дела. Причем так легко. Ну, уровень сложности изи, поэтому мы и прошли. Ну, 800 монет все-таки зарабатываем с тобой. Прокачали какой-то перк до второй ступени, которым я никогда не пользовался, если честно. Я даже не знаю, что он делает. Переходим на третью стадию. Что у нас тут? Угу. Ну, 5 семян на него. Это мне нужно, знаете, сколько? 100 семян, чтобы его прокачать на следующий уровень. Давай лучше мне деньги. Лучше я за тыщенкой сбегаю, да? За тыщенкой сбегаю. В копилочку ее положу. Что там у нас? Вот это возьму. Так. Зомби сложные тут у нас. Так, я забываю про имитатор постоянно, ребят. Нет. Сделаем не так, а чуть-чуть по-другому. А как ты сделал чуть-чуть по-другому? Тут нет никаких куриц, нету. Слушай, здесь очень много зомби с этими, с шлемами, со всякой ерундой. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Все это запустим с тобой через... Слушай, а если мы магнит, например, возьмем, да? Магнит плюс к этому магниту возьмем имитатора. Где он у меня? Вот он. Имитатор. Но мы только сможем забирать у них что? Шлемы. Да нормально все будет. И возьмем с тобой гранат. Такой, знаешь, и гранат взял. В плане репик. А, я понял. Ты хочешь сказать, что... Почему ты не взял ни одного подсолнуха, да? Хорошо, я тебя понял. Только давай мы с тобой возьмем не этот подсолнух, а вот гриб. Угу, я тебя понял прекрасно. Ну что, друзья мои, я готов, в принципе. Начинаем именно с грибочков. Начинаем с грибочков. Так, примитивный горохострел. Сюда пускай встает. Будет отталкивать их. Ну, если, конечно, придется кого-то отталкивать. А мне кажется, придется. Так, я пока не буду, наверное, вот это вот выставлять все. Хотя, ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, зачем вы? Они уже бегут. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Блин, ради одного потратил. Гриб, дай энергии мне. Погнали. Слушай, прикольно. Виноградин, ты видел, что делает? Вот и я видел. Виноградина очень долго откатывается. Так, надо, если что, будет откидывать нам. Твою ж налево. Эй-эй-эй-эй-эй, подожди, подожди, парень. Блин, а чтобы... Давай вот так попробуем. Фигня это все полная. Виноградина, давай. Круто. Ну, круто, на самом деле. Что я могу сказать? Зачем я набрал этих магнитов? Вот скажи мне, а? Набрал в 3 короба. Ну, допустим, я поставлю сюда. Тюнь-тюнь-тюнь. Обратно им, да? Давай. Танц-танц-танц. Готовы. Надо сюда вот этих ставить еще. Чтобы, если что, ребята, их отталкивать. Виноградина, выручай. Прекрасно. Сюда теперь. Что, ну пока неплохо идем. Пока идем неплохо. Единственное, что вот здесь вот мне не очень нравится. Он когда стреляет, такое ощущение, как будто он чихает. Какой звук. А ну-ка. Ага, отталкиваем, конечно. Давай вот тут вот оттолкнем. Вот так могу сделать. Да. И еще вот так вот. Бабах. Ведь круто же. Ну-ка. Здесь оттолкнем. Мы здесь не можем, да, толкнуть, к сожалению. К сожалению, толкнуть здесь мы не можем. Можем вот так зато сделать.
И это круто. Так, секундочку, отталкиваем. Отталкиваем. Виноград вызываем. Бумс. И здесь вот так вот запускаем. Слушай, а если я вот сюда поставлю? А, это бесполезно, это не работает, да, на него? Тогда вот так вот сделаем. Так, ну что у нас там по времени-то? Все, я выиграл, друзья мои. Тыщенку ложу на карман, и мы с тобой переходим. Подожди-ка, у нас энергия еще есть, чтобы перейти на следующий? Нету. То есть по 5 мы тратим на миссию, а всего дается у нас 15. То есть нам еще остается пройти 2 миссии. Так, мы что-то с тобой здесь 5 гемов, что ли, заработали? Так, точно. 5 гемов. Вот они любят вот эти вот, да, ребята? Дикий Запад втыкать постоянно. За 100 гемов. Я, если честно, когда проходил последний раз Дикий Запад, именно вот на ивенте, я больше потратил, чем заработал. Серьезно тебе говорю. Думал, сейчас заработаем 100 гемов. Угу. Я заработал 100 гемов, но я все деньги в минус спустил. Так, что у нас на арене? Я давно не играл, наверное, сейчас арена закончилась. Хотя... Слушай, а мы с тобой можем 50 гемов сейчас выиграть. В принципе. Как ты на это смотришь? Я думаю, 349 корон. Ну-ка. Да, этот малый явно хочет приобрести это растение по полной программе. Ты уж... Я, конечно, ничего, ребята, не имею против, но 349 корон. Это просто нужно сидеть, не вылазя. Ну, считай, по 5 корон за игру, а у него их 349. Ну да, он очень-очень долго там рубился. Так, а я забыл, что у нас тут. А, этот чувак, который бросает свои шпинаты, или как там, я даже не знаю, что он там раскидывает. Ересь какую-то. И я не помню, что... Ага, тут еще курицы. Все, значит, электрический нам понадобится. Тут вот эти вот, значит, навесик нужно. А, еще и бомжи, которые прыгают назад. И еще, по-моему, парашютисты, да? Которые будут свисать. Еще и роботы эти. Что прикажешь сделать? Ну, вот что ты мне прикажешь тут сделать? Я не могу взять подсолнухи. Не могу. Взять мины, что ли? Ну, мины это как-то слишком банально. Так, я не могу, не могу, не могу вспомнить, что же здесь надо. Как мы с тобой в тот раз воевали-то против них? Виолет. Или вот так вот. Не помню, хоть ты убей, а. Луковицы нужны вообще нам? Давай попробуем тогда мы с тобой сделать. Вот сюда поставить имитатор. Может, арбуз? А, вот так вот, скорее всего, мы делали, да? Хотя я могу ошибаться. А давай мы вот так вот сделаем с тобой, а? Так будет, наверное, даже лучше. Хм. Так будет, наверное, даже лучше. Так, 675 у нас, да? Блин, я мины не взял. Ребят, я не взял мины. Ой, дурилка картоновая. Че я без мин здесь буду делать? Ну вот, 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 начинается. Ну, понятное дело, первую газонокосилку мы с тобой уже профукали, получается, да? Получается, что профукали. Опа. Норм. Что там явилось, не заплелось, чудо огородное. Блин, уже разбрасывается своими этими. Разве, разве так должно быть все это? Точно? Тут ничего не попутали они? Мне что-то кажется, что не так все должно быть. Я не помню, ребята, если честно.
Ну, где? Где моя энергия солнечная? Что-то вообще не то. Что-то вообще, друзья мои, не то. Вот серьезно тебе говорю. Не так оно все должно было быть. Отдай мне. Отдайте мне вот это вот все. Это все мое. Я помню, что... Ой, ребят, мы вообще проигрываем. Проигрываем вообще люто, на самом деле. Что-то, ну, совсем не так, как я хотел. Где-то я что-то, ребята, не то сделал. Вот только в чем косяк? Я пока не помню и не понимаю. Наверное, из-за того, что я мины не взял. Мне кажется, из-за мин, ребята, все пошло не так. Могу, конечно, ошибаться. Это надо пересматривать прошлую серию, чтобы точно знать, что, в чем проблема здесь. Не, ну здесь явно не в горохострелах. Соль вся, не в горохострелах, ребят. А может быть в них? Я знаю, что у нас была капуста цветная вот эта вот. Так вот что она делала? И как она делала? По-моему, она всего одна штука была. Ну, электрический горхострел точно был. Не, ребят, что-то как-то фигово. Что-то вообще не то, совсем не то. Я даже не буду тратить здесь, извини меня, гемы. Просто переиграем с тобой этот уровень. Просто переиграем. Мне нужно всего лишь, ну, там одна победа. Так, поехали. Как же я там делал-то? Имитатора у меня точно никакого не было. По-моему, все-таки были мины. Был электрический горохострел. Так, сейчас, секунду. Сейчас будем вспоминать. Была мина, это точно тебе говорю. Мина была, был электрический, была цветная капуста. Что-то еще было. Ну вот что? Что-то я выставлял. Так, по-моему, рис был клейкий, липкий вот этот вот. Рис клейкий, да? А что еще с рисом шло в придачу? По-моему, редиска была. Все, ребята, я понял. Я вообще путаю с другим уровнем, с другой миссией. Там по бокам были у нас эти, я выставлял мины. Это совсем все по-другому. Это не то, я ошибся. Но этого я Ханурика помню. Может быть, взять жвастика нашего? Так а что жвастика? Я возьму толку-то от него, да? Толку от него никакого не будет. Лава Гуава тоже нам здесь не поможет. Этих я сдуть не смогу. Шипы. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, эти воришки. Морковь, не, вряд ли. Слушай, мы же можем с тобой взять. Слушай, а если я возьму вот так вот и через него, через имитатора, он будет же делать, так? Где он? В плане я не могу. То есть я не могу дублировать все, я вас понял прекрасно. Ладно, возьму боулинг. Хотя нафиг мне боулинг. Ну это бред. Ну бред не бред, ребята. Надо играть. Играть. Подожди-ка, дай-ка я лучше вот так, наверное, сделаю. Поехали.
Так, ну что, выставляем с тобой мины здесь по периметру сразу же, да? Первый заградительный. Так, два электрических. Погнали. Там уже в процессе будем с тобой разбираться. Он в другое место никак не мог, ребята, приземлиться. Тьфу ты, я уже думал, что он над этим, над электрическим горохострелом повис. Нет. Вот так вот, правильно. Нечего ему тут делать. О, вышел салат Латука. Сейчас начнет тут, по-моему, да? Буянить. Давай, родные мои. Видишь, что творит? Просто поедает. Тут еще и бомжары. Тут еще и бомжары, которые, естественно, будут прыгать. Куда же они там денутся-то? Угу. Слушай, мне что-то кажется, что я все-таки в тот раз брал редиску. И именно за счет редиски мы с тобой вот так вот все тут размножали. Я могу, конечно, ошибаться. Давай мне все эти удобряшки. Я помню, что мы с тобой удобрения одно за другим применяли. Это я точно помню. Там такой хаос творился. Уши заворачивались. Тут можно вот так вот сделать. По-моему, я как раз рис-то и выстреливал, да, постоянно? По-моему, так. Слушай, ну пока неплохо. Идем пока. Удобрений не хватает. Дайте хоть удобряшек ты, хоть малька. Эй, клопыши, где удобряшки? Куда вы от меня спрятали все удобрения? Не хотят давать. Не, говорят, обойдешься без удобряшек. Фигушки тебе. Ну ладно, фигушки-то фигушки. Я буду без них бороться здесь до последней капли зомбячей крови. Прогнившей крови, ребята. Так, ну. Давай, рис. Не подведи братишку. Так, все прекрасно. Ё-моё, ты посмотри, там какая ордище столпилась там. Так, что у нас там по очкам, ребят? Да по очкам все великолепно просто. Мы с тобой, ну, выиграли, грубо говоря. Почти лям. Так, что тут у нас противник был? Ну, слабоват, да, маленечко? Слабоват. Получили самую перчаточку. Так, хорошо. Вот. Вот оно. 50 гемов. Следующая награда у нас должна быть 20 пиньят. Да ведь? Угу. Ну ладно, давай еще разок сыграем еще одну партию. Я думаю, никто не будет против. Я не буду вас утомлять слишком сильно этой ареной, потому что здесь все одно и то же. В зависимости только от того, выиграю я или проиграю. Если проиграю, я гемы тратить не буду, друзья мои. Вот так вот. Что-то мне подсказывает, что все-таки у меня была редиска здесь вместо сумрачной катапульты. Вот хочешь верь, хочешь не верь, по-моему, была редиска. И я, наверное, ее возьму. Где редиска? Редиска, нехороший человек. Ты где? Вот она. Давай уберем. Эту возьмем. И погнали. А я ведь могу сразу же... А, нет, не могу. Так, ну что, здесь релод сделаем, да? Как все было. И let's go. Давай, жду. В ожидании. А вот здесь он, гаденыш, встал где надо, а? Ты посмотри на него. Съел. Просто взял и съел. И не поморщился, а?
Охламон. Правильно, так ему. Дай сюда энергию. Че ты вышел-то? Че ты вышел-то? Вышел он мне там. Кар-кар-кар. Кто там прокаркал? Прохрюкал там что-то. Тут надо, ребят, срочно ставить, потому что сейчас прибегут эти. Как их величать-то? Ну ты понял, да? Курятники. И уже будет не до смеха. А? Правильно. Вон, 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 слышу, слышу, как эти поджариваются. Курицы. Так, надо дожить. Нам с тобой до редиски. Мы ее с тобой воткнем. Туда поставим мину. Может, хватит? Ой. Ой. Хотя бы так. Ну ты посмотри, а. А почему он так... А что так дорого стоит-то, эй? Погоди, погоди, погоди. С какого перепуга 685 он стоит? Редиска. Вы что, совсем что ли брякнулись? Это что за ценник такой? Нифига вы, ребят. Вы сейчас серьезно? Он с каждым разом все повышается и повышается, прикинь. Ценник, да-да-да, ценник. Смотри. Молодцы. Красавцы. Ничего другого придумать не могли, да? Как вот так вот увеличивать ценник просто-напросто. На пустом месте причем. Да. Обалденно. Что-то я не могу понять. Ё-моё, я набираю энергии солнечной, но в то же время... Да где мои все электрические-то эти? Всех уничтожили, что ли? Удобрешек нету, куда-то удобрения делись. Вообще ни одной удобрешки нету. Вот она, выпала. В коем-то веке. Что у нас там по очкам, ребят? А, ну пол ляма мы заработали с тобой. А что это он как-то взял тут две мяты? Не знаю, что он, ребята, здесь хотел сделать. Ну, конфеты мы с тобой получили. Пускай мало, но тут главная победа. И приблизиться чуть-чуть к заветной мечте. К 20 пиньетам. Нужно 60 вот этих вот щитов получить. У нас уже почти 40. К следующей серии, я думаю, мы с тобой наверстаем, да? Пиньетушку получим. Смотри-ка, я на втором месте стал. Ну, вот этого, конечно, 349 щитов заработал. Это, конечно, он круто дал. Ну что, забираем с тобой конфетки. И будем закругляться. Да. Так что, друзья мои, имитатора мы с вами купили. А я буду прощаться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.